очень много вещей, как будто бы ее здесь нет, мам. Скажи нормально, мама, ее здесь нет, все вопрос. Я бы тебе сказала, я говорю, мы сейчас едем на рынок, мы сейчас едем домой. Я бы сказала, мы сейчас заедем туда-то, туда-то, я же тебе все полностью говорю. Ух ты, какие свисают эти штуки. Вот это вот моя средняя слободская. Это слободская, дальше идет нижняя слободская, средняя слободская. А нельзя было бы так проехать сейчас? Вот эта улица, вот этот дом. И вот это вот, не от дома было идти ровно 30 метров. 30 метров от дома спуститься сюда. И вот она первая школа наша, в которой мы учились все. И вот он детский садик, который я ходила. С 3 лет и до 6. От 6 до 7 там садик возле. Оп-оп-оп. Так это пошла дрожжинка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько по астероиду. Будешь ты с дороги с ребенком? Нет. Нам почти повезло. Просто повезло. Просочиться. Отсюда просто все боятся уже ездить. Думаю, ну его нафиг. Она скоро станет вообще без этого. Безлюдная, безмашинная. Дотя. Да. Данилкин. Это у нас кто? Признавайтесь, я же не вижу. Лёша. Вот Лёша. Денис. Денчик. Денчик. Гальчик. Лючик. Сми. Большое в порту, красивое. Красиво, я с пляжа видела. Красиво. Вот такое судно пришло в день сбор. Стоянка, порт от моря, все вместе стоит где-то порядка 200 тысяч долларов. Я не помню. Да, я когда спортом занималась, я же тогда изучала кодекс торгового мореплавания, прочее, прочее, прочее. Хотя это не при чем. И тогда я с этим Сухачевым разговаривала, и он мне рассказал все вот эти сборы, все это. Они же тоже, им же тоже платили эти все. И он это рассказал. Ну ничего себе. Тебе далеко? Мальчишики-бальчиши. Неляшка, ты как красиво. Двух копия сейчас Галя. Вот сейчас в очках сидит, деловая такая серьезная копия Гали. Юля, может ты там поспишь? Она уже засыпает. Данек, положи ее, пусть она поспит. Дай ей подушечку, пусть она... Ну, а как ее потом тащить наверх? Так, пошла Ленинградская и пошла... А, то есть мы сюда едем. Мы на рынок не едем. Вот сейчас армянская церковь. Почему-то всегда ворота. А, нет, ворота открыты сейчас. Можно было бы зайти. Вот ворота армянской церкви. Что-то у тебя тут церковь маленькая. Не знаю, но только она красивая такая.
появилось, много чего красивого. Я же мимо проезжаю, но почему же сказать? Да будешь ты уже это, кусачка. Тут аптека все еще есть? Подтягивались на этом, на тренажеры ходили. 5 минут. Мама такая строгая у тебя, Даня. А я ее, кстати, в такой строгости не воспитывала. А, делай до тебя, что хочешь. Так она так, что хочет, делает. Ага, когда она приходит, мама, хочу записаться в какой-то кружок. Хочешь, пойди запишись. Мам, я хочу с тобой. Я-то не хочу, иди запишись, помнишь? Ты пошла записалась. Ну да, я ж так думаю, я сам записалась. Маме было некогда ходить по кружкам. А не помнишь, куда ты ходила вчера? Я один день ходила на эти танцы. Тут, конечно, осел. Вот иди, отец, он угри. Ого, блин, угри. Ай, как красиво. Мы уже почти в горы въехали. Все вещи, и вещи, и вещи. Пирим-пим-пирим-пим-пирим. Пирим-пим-пирим-пим-пирим-пим. Толстый, почему она еле едет? Юля. Да, Юля, наверное, ты. А, точно. Давайте мы ее высадим. Я? Давай весы, давай на весах взвесимся. Кто самый толстый? Я? Хорошо, давай ты выбери. Кто самый толстый, тот, того мы сейчас и выселим. Может, Галя? А вести к тому? Юль. Ну давай, кто самый толстый? Добрая. Какая хорошая, добрая девочка. Я думаю, интересно, на кого же она сейчас на меня скажет? Кто спрашивает, тот пусть и выходит.